Это, значит, 6 печенек падает. Самые низкие люди по приоритету будут чилить. Так. Кунген. Кстати, А, так... давай, короче, Хэлло уступит место. Хэлло уступит. Значит, Кунген, ты это самое... Как вар... как он называется-то, блядь? Скажи мне, я тебе скажу, блядь. Ну, сука... Блять, где же он танчил-то? Ну этот. Слышь, короче, скажем так, какой-то кто у нас гильдии. Тут из 25-ки ХМ из основного состава? Войт. Вот Хэлло, короче, на замену кинь. Ну, потом кинул. Танков хилов Гуандзю. Бадикона тоже два состава было. Я шмот не собирался забирать отсюда. Хорошо, давай на Джику кину. Ну, все, кто на замене, получат ЕП. Это последний рейд. Что, гонка. Чего, как танк? Я ж фурик, не могу понять. Про что ты? Танка ник, так говорю, блять, на офи этот самый. Кунген есть. И, такой. Если кто это хочет, могу место освободить. Смотри, Войд, я тоже могу освободить место. Ты не можешь, ну, зачем? Надо, чтобы ты потанчил. Ну, он есть, рарник, есть ты, есть хоть мастер. Да, да, рарник, СМ, будет Синтек, тем более, блядь, Синтек еще может там хуярить. Так что это вообще жесткая тема. У меня травма. Я тоже 15 секунд могу потанчить. То, что у тебя травма, мы знаем. А я буду... У тебя травма лапы? Травма головного мозга. А я буду тестить сову. У меня же чарка, нахуй, вторая появилась. А чё вы вот это, суманулись, да? Да, чё босса не бьём? Этот, можно, в принципе, Кунгена взять, посмотреть вместо топы. Но это жёсткая такая замена, блядь. Если хочешь в рейд Кунген посмотреть, чё к чему здесь. Я, может, модифон Хэлл хотят. Я с удовольствием... Не, я уже на замену. Типа, смотрите, да. А чё за хуйня? У меня так ЕП мало, нахуй. Думаю, ЕП спиздил. Может, у тебя ГП? Ну, кстати, я могу почилить, мне вообще ничего не... Недельный срез. Ну, он, как обычно, что заработал, то и срезает нас. За неделю. 3 тысячи, это больше всех. Не слышу, Кунгена, блядь, не писал он ничего. Чё ты, Кунгена дошёл уже? Я могу место вступить. Да ща, погоди, надо кого-то... Вам решать. Ты смотри по шмоту по твоему. Я тебя не видел по шмоту. Тебе что-то 260-е надо? Вот, если надо, он invisible, допустим, может быть. Вот, если вару надо, мне ничего тут не надо. Мне тоже ничего не надо. Я лучше invisible свичну. Так. Арина, на замену, да? Какой-то еще ДК появился, вон. Это хурюк. Это хурюк. А, это хурюк? Давай Invisible Switch, то ороги работать, блядь. Все-таки на пул надо, блядь. Там пацаны танят. Короче, ну пускай, что там. Улидринг. Керсори в танке, Синтек и Хукмастер. О, нихуя. Здрасте, а Войд где в танке? Войд, блядь, это пиздец. Это травма, да? По голосу непонятно, что лечили там. Да, надо побить. Я, знаете, что, давно хотел добавить воду себе печать Мактеридона, бля. Интересно, есть у меня это там? Дебаф свое. Да, блядь, по-моему, на другие есть. Печать Мактеридона. Нету, сука. А, я хуйню какую-то написал. Сука. Про Сони, да? Да, блядь, по клаве не попадаю. Нет, тоже нету, блядь. Даже когда правильно написал. Значит, нажму сохранить тогда. Буду смотреть, кто слакает. Значит, рарником и шемом в танка свичнем. А Войд, блядь, почилит. Как это рарника свичнем? Вон там хулидринка хватит. Опа! Блядь, смотрите, танку место. Танк пришел новый, ну. Нихуя. Я могу пойти почилить.
Ну ладно, так и быть, блядь. Ну иди почини, сука. Ну я надеюсь, у вас те, кто чилит, там, ну, вам реально ничего не надо отсюда. Не, мне осколки надо. Реально ничего не надо. Кроме ЕП. Я спать хочу, ну, да. Пизда просто. Кроме ЕП ничего не надо. Вам никуда не надо будет, типа, ливать там посреди рейда, вот до 8-й пати? Нет. Так. Ладно. Да надо протестить. Да вообще я на манекене побил, короче, там что-то до 15 тысяч ДПС догоняется. 15-200 где-то. Вот этот... чарка. Даже вот синтека спекнули, ёпта. Какая чарка? Короче, ну звездный огонь, типа какой-то дополнительная парашек, это там бьет, блядь. А, там полтора процента. Хуйня вообще, ну, блядь. Маги, поставьте этот порт. Ну, у меня просто психологически какая-то нестабильность, когда, сука, у меня нету одной, ну, второй чарки. Одна есть, второй нету, сука. Мяу. Нурё, есть место, одеялка. Кому там башку лечить надо, ну? Кто замят стал? Если мест нет, нас на замену... Не, вопрос не в этом обстоит, вопрос обстоит в приоритете. Вот если нажать приоритет, то... Ну, Ильнурию там, да, там где-то 20-й по приоритету, блядь. Если про печеньки говорить. Но одеялка выше. Вот можно одеялка воткнуть вместо кого-то. Одеялка это что? Это себе на ХДК собрал пул? Одеялка это жуйболт. Вот жуйболт. А, понял. Ой. А. У тебя этот нож даже еще ты, время ты есть? Ты себе собрал фул на ХДК? Помнишь? Нету времени, не собрал. А что собрал, хуй знает. Печеньки, Т4-2. Это... Ничего, угорается. Ну тогда, это... Вон, домена могу заменить. Домена там вроде ИП особо нету много. Да и одеялка я видел, как играет. Маги, поставьте, говорю, порт. Или Wordaflex вообще 0 ЕП. Значит, давай Wordaflex на одеялка. Возьми, но поле паладина Вивза. На него посмотришь, как. Всё, это. Я понял, блядь, вас нахуй. Домен на Эльнурио, нахуй, Вивз Шектор. Капец людей, на нас скоро третий статик будет, походу. Не, вопрос, с твинками будете ходить отдельно. Мидарк это кто? Как играет? ШПшник? Да я был уже. Там Зубра хотел хилить, но ему это места нету, поэтому то, он сказал, блядь. Плохо играет, плохо. Зубра хотел хилить, стал на замену. Ну, можно мне типа... замену, я могу тут посидеть. У нас фул хилы. Можно просто хила спекнуть ДД, наверное. Ну можно. Ну это все на этой неделе ты еще отправлял на вклад. Смотришь, эти новые фразы накидал? Сегодня кинул? Вчера, по-моему, не помню. О, не, ну если кидал, я должен был записать. Все, ой, я пошел чилить, но я здесь. Да, я... Он спекнулся, короче, в инха. Кто? Зорд? Зубраджин. Нет, Зубраджин. А, ну будь в инхе, но... Все, получается, 7-8 пати. В портал поставьте, маги. Портанитесь. Сейчас мы досумоним всех. Так, точно никто там больше не хочет почилить. Поменяться местами. Ну, смотрите заранее. Я хочу. Я могу тут посидеть просто в дискорде. А кто в рейд хочет? 7-8 пати. Я. Давай этого. С чё я ретрика могу пойти? Wordaflex, а ты чё сколько даешь? Я хочу. Заебал, блядь. Хурюк, блядь. Это хурюк так, блядь? Да. Охуеть. Ну давай тогда. Хайри на тебя закину. История тогда портуйся. Так и быть. Надо, кто больше всех просится на замену, в рейд толкать. Это почему так? А вы этот... Ой, да ладно, впервые на замене сижу.
детекторы, наверное, да собираете для целого КХМ? Пачками собираем, блядь, каждое КД выпадает. Не падает. Нет, а сколько вообще не выпадает? Его нет, просто нету. Ни у кого нет вообще? Я его видел, наверное, полгода назад первый раз и последний. Я его в лулах видел. Не, кстати-ка, не пиздите, один детектор падал. Без меня, видимо, да? Падал, и его забрал кто-то, кто не играет. Да, и он его забрал Викторка, он потестил робота дерьмо. И ТБЛ, да, Викторка забрал? Да, и не играет теперь. Просто несколько штук. У него это кто здесь? Седьмой, восьмой? Четыре штуки. Надо, блядь, наверное, надо посидеть, подождать, да? Как секунду, я макрос перепутал. Кто со второй, это, на второй пати там Хайрину надо присумонить? Кто здесь лишний? World of Lex. Ну, портанись World of Lex, Долоран там, я хуй знает. Если это... Короче, ладно, я скрин сделаю, но ничего не обещаю, что буду ИП там накидывать по скрину. Потому что он потеряется. Я вас кикну, короче, чтобы во время боя никто не ливнул. Там, когда ГМХМ закроем, плюсаните на ИП. Мы тебя сами найдем. Это, ну, это в ваших же интересах. По IP вычислим. По IP вычислим. Да ладно, посидим, что тут? Как говорится, мамку свою вычисли. Так, рыба. Че вы там, блядь, грызете? А, вы уже рыбу поставили, я понял. Ты сегодня вообще чилишь. Короче, танки, вот. Букмастер, потом Синтек, потом Керсори в танка спрыгай. Елка-тестер. Я что-то неправильно произнес, да? Алкатрас. Алкатестер, что? Все, будешь алкатестер, да? Мне скукмастер забирать, да? Ну, блядь, попридумайте там, как кто первый, второй, третий на боссе, блядь, что? Подумайте сами. За приход давал? Порогом, пожалуйста. Парол скинуть. Так, на кубы, значит. Кто скиллованный умеет кубы прожимать? Мидарк, умеешь кубы прожимать? Тут как в обычке? Нет. Ну, в плане каст идет и нажимаешь. Каст идет, он вызывает один из трех порталов. Заканчивается каст, луч из руки босса идет в один из трех порталов. Потом этот каст заканчивается, потом надо нажать куб. Если это не сделать в течение 10 там, или 15 секунд, то вайп не цареет. Когда нажимаешь куб, его... Но если проанонсишь, я нажму, типа, это без проблем. Но я постараюсь, я могу встать так-то. Ладно, тогда ты звезда. Кто еще на кубы не вижу, блядь. Ладно, придется самому вставать, походу. Кружок, Void. Так, Wardound, умеешь куб прожимать? Да, я... Умею. Ладно, давай. Так. Кто там еще? Мэтт Фокс. Твой триумф. Ну и пятый человек, это будет Некромантика. Там, кстати, у Хукмастера все ИП пропало. Будет танчить трэш. Кто хочет танчить трэш? Керсори, будешь танчить трэш. Топа Седжу напуливайте на Керсори. Вот на нем квадрат. Частицу тоже на него, чтобы он не сдох. Хотя, не знаю. Ну, надеюсь, не сдох. Можно без частицы. Там как хочешь. Зорд на него щит земли кинь, чтобы не перекидывать, чтобы его трэш не разъебал. На боссе первый Хукмастер, второй Синтек, третий Алькатрас. Ну или может, ну как хотите, если вы как-то договаривались. Не договаривались? Ну тогда... Да, мы так и договорились. Все, тогда так пускай будет. Проверка. Да, Хукмастер, ИП пропало. Чего пропало? ЕП у Хукмастера. Ну, всё правильно. Потому что разделил я ему паладина с ДК. Все готовы. Ну, five, four, three, two, one.
стрим хоть чуть. Хули вы сразу не сказали, блядь. Так и быть, блядь. Да я ДПС из-за тебя потерял, если чё, блядь. Не СП. Зазвал с фигами. О, маги, дайте столик, блядь, возьму жратву. Ты где? Да тыкайте. В натуре можно каску по всем? Да ни на ком нету. 5 секунд активация. Вот по друидам еще каску там, по ДК. Геру сразу. Чё за хуйня? Ностальгия реса его. Сука, чё-то не показывает воду печать. Что-то это, где там ностальгия? Ресы и рогу. Седжу. Скоро каз будет, готовимся, возле кубов встаем. А почему куз? Куб это? Как? А, так, нажимаем куб. Нажимаем. Пиздец. Треугольник не нажал. Слава богу, что это не я. Чё, кому в ГП въебут? Эльнорио не нажал. Да. По-любому опять свет. И ромбик тоже тянул что-то долго. Да, вы угарались. Я хочу... Вопрос небольшой. Там каст отображается, и вот он сейчас кастанул тот каст. И он... Быстрый каст был. А, всё, понял, да. Ребят, необычный. Там не надо на каст смотреть. Вы подошли, на куб встали. Там есть квадратик такой. На него мышкой навели и ждёте, пока шестерёнка появится. Вы что, уёбки что ли, или что? Вы нахуй сюда пришли? Вам сказано в Дисис. Нормально нахуй. Нажали, блядь. Вы что дрочите, сука? Босс покастанул луч в портал фиолетовый. Как только босс этот луч закончил кастовать, сразу нажимается куб. Кто там на кубах ебланит, блядь? Какой долбоёб не нажал? Треугольник, Мэтт Фокс, не нажал. Мэтт Фокс. Уже рядом не стоял. Я нажал, не отпускал. Когда ты нажал, блядь? Когда я сказал или когда? Там даже луча не было. Другого поставьте, чего думать? Дай го, ясно, ставь на меня треугольник. Ясно. Долго сидеть. Мне кажется, он просто дебаф словил его не вовремя. Стоите рядом он, с... В дереве он не может дебаф словить. Дерево не может словить дебаф из-за того, что оно нажал на куб не вовремя? Заходите. Не, если он нажал на куб и отпустил, то, конечно.
просто в гере не вовремя не нажмешь. Дайте инту маг, пожалуйста. Буду знать. А как раз заходись. Как там оно правильно-то называется, блять? Печать? Ну, что-то я прописал, блять. Печать маг Теридона. Я букву С поставил, блять. Печать маг Теридона, нахуй. Сука. Хуйня, сука. Давайте Геру сразу. Скоро будет каст, стоим возле кубов и ждем. Так, сейчас каст закончится, нажимаем печать, все отпускаем. Так, а какие бесы выходили? А, вон демоны пошли, ярим демонов. Босса, подведите сюда и уешьте всю эту хуйню. Что вы делаете? Танки. У нас танка убила? Нет. Нет. Да, на трэш. На трэше Кирсори. Последнего моба добиваем.
кубы. Скоро кубы будут, готовимся. Так, босс призывает скелетов. Нажимаем кубы. Отпускаем. Идем скелетов бить. Скелеты все бьем, морды, да? Вы от белой хуни-то отходите. А чё, ДКшников нету притянуть сюда, вот одного? Так, некромантика рисую. От белой хуни отходи, или ты не видишь нихуя? Ставим тебе скелета. От белой хуни отходите, блять. Пиздец, вы играете как калеки какие-то. Ебать, полрейда лежит, и просто я хуй знает нахуй. Ультрадури, если Мэтт Фокса. Мэтт Фокс, резнешь Хайрину. Быстрее ты только это делать. Кого-то? Опять скелет. Джина Джику резай. Скелетов сейчас. Можешь... А, все. Бля, я забыл про куб. Че, отпустили уже, что ли? Или вы нажимал кто-то? Походу, нормал. Кто-то. Не, его никто не нажимал. Мастер, умер, мастер. Ладно, ложитесь, это какая-то хуйня, блядь. Так убить же можно еще. Там, блядь, БРы потратили все. Да нормально. То все хилы живы, давайте попробуем. У кого еще БР есть? У ностальгии есть. Вот хукмастер арест и ностальгия. Скелетов только бейте. Если скелетов не бить, мы не убьем. Что там на боссе? 3%. Похуй, по боссу играйте, два скелета потом добьем. Переводите босса. До этого надо успеть. А ты-то как сдох? Просто мог, крутил быша. Я точку уже сдавал. Нажимаем. Ром, прожмите. Ром, прожмите, пожалуйста. Нажмите, Ром, добегите и переводим. Ну нажмите, кто там? Все, переводим босса. Сейчас портал исчезнет, разрушится. Звезде отходим. И скелеты добиваем. Скелеты вроде были. Демон один вытащил. Вон демон вышел. Демона хуярим, РДД. И косты ему сбивайте. Блять, подведите что ли, или сделайте какую-то хуйню нормальную. Подведите этого моба. Весь рейд в моба переключитесь. Вот еще скелет под боссом, милики, убивайте. Пиздец. Какие-то калеки пришли играть, блядь. Ну хилим, с огня выходим, нахуй. Синтек, нахуй, блядь, сейчас сдохнет. Самое калечное, что я видел в жизни. Убийство магика, блядь. О, еще не убили. Да тут уже манекен, блядь. Просто это долго. Бля, сейчас в лужу выкинет, куда ты танчишь? К решетке поверни ебалом босса. И с огня выходите. Тотем уже поставил он. Он по зорду, по геншину иннер, если есть. Могу дать этот. Гем. Ну да, сейчас после печати.
На нахуй. Три танка у вас осталось. Вар заберешь с крутмастера. Сейф он там какой-то дайте, не зыбки вроде нет. Какой даун придумал ДБМ, нахуй. Каждый сокрушающий пишет на вас, причем в две строчки, нахуй. Просто какой-то кретин, блядь. При том, что ты не танчишь, да? У всех такая хуйня? Ну, один человек разрабатывал. Просто он, блядь, пиздец. Мозг минус 50, блядь. Жопа горит с этой хуйни. Что, Манлиса там? Нет, там 3 минуты когда. Я тебе закинул игру. У кого гимн еще без КД, читайте. У кого друиды иннер без КД, дайте вон по шаману. Пиздец, танк сдох. БРов нету, да? Ну, 2 танчим, хули. У меня, по-моему, есть БР. Сейчас свистнем. А, нет, нет. Так, хукмастер сейчас под этой хуйней, да? Короче, Алькатрас заберешь и начнешь полтинник прожимать. Ну, хуярим изо всех сил, хули. Там зубы ему можно дать. Полтинник есть у тебя? Хилим хорошенько Алькатрас. Я сбросил. Дебаф я могу сбрасывать бопом и баблом. Короче, пока что сбросил, да? Да. Могу боб дать в этого танка еще. Вот лукмастер под незыбкой пока что. Сейчас через 4 секунды на зубы дашь. Еще подарочек лукмастеру. И как зубы кончатся, давай зубы на лукмастера. Зубы кончатся, дашь. А, ты забрал. Ну, он напало тогда, давай зубы. Уже поздно. Тогда хукмастер сейчас заберешь и на хукмастера дашь каплю. Под каплей поживет нормально, в принципе. Заебейди. Заебись, блядь, заебейдили его. Что за хуйня? Что за нахуй? Падаем. Круто. Вы угораете. Первый раз такое вижу, блядь. Я нахуй. А как он выкинул его? Хотя мне челик говорил как-то, что выкидывает. Ну где-то стоял, хуй знает, неправильно. Типа слишком в дверь далеко его запихнул, ну при почке. Да. Может это от времени зависит? Не знаю, нет. Вряд ли. Но я обычно вот тут вот прям спиной по центру стою и похуй. Ну у нас босс никогда не смещается, мог нас откидывать. Босс смещается в том случае, если у вас один танк. Потому что он откидывает и идет к нему. У вас один был или два? Два. Ну, блин, два. Второй должен был переагрить. Кто-то не так стоял, он поэтому забежал за зону. Короче, тут мобы нахуй. Умирает, что он? Сейчас они в начало инста пойдут. Сейчас они свенятся. Здесь один с лямов нахуя.
А все равно трай говно, нахуй. Лучше такие трай, бля, не делать. Можно скинуть скрин. Потратить время. Ну, коль скрин. Мы быстрее убьем, чем МГМ ответит ли. Короче, я вам так скажу, блядь. Это одеялко. Ты же умеешь куб прожимать, да? Вот тебе кружок. Слышишь? Одеялка. Сейчас научишься, блядь. Нет. По команде будешь нажимать куб. Стой недалеко от кружка. И это. Когда выходят мобы, все в них свищутся. И милики, и РДД. Вон там есть у нас один не танк ДК. Хайрина. Первого скелета он грипает, милики его зерга. Вот рыба. Когда выходят демоны, три танка к вам. Вы подводите ебаного босса к фиолетовому порталу. А не стоите как бищи в центре. Заходите. Можно еще гитаристов напуливать немного. Не с ног сбивают. Скелет вот эти. Стойте, помяните. А, и еще, блядь. Рарник, ты же у нас в ретрике. Вот тебе ответственная задача. Гитариста, которого первого гриппа, ты его фиряешь по КД. Просто по КД фиряешь. Хотя, этот, вон, Авелания, это ты будешь делать. Рарник больше ДПС даст, чем... Слышишь, Авелания? Да, слышу. Это что кинуть конкретно? Изгнание зла. Зеленое говно. Есть у тебя на панели? Вот в скелетах. Прям по КД кастуешь. Это Хайрина гриппает, кидает ему оковы, а ты изгнание зла кастуешь. Вы его с печатью не будет мана сгорать? Да, вот должна сгорать, но... И без мана останется. А, и еще хилы и РДД. Когда вешается печать Мактеридона, и она заканчивается на вас, стопайте каст, иначе вы проебете свою всю ману. Половину ману проебуете, еще урон получаете. 5. Что-то залупа какая-то. Вы чертворцев точно не хотите убить? Или вы хотите, чтобы 1000 пылающих магических инферналов появилось, блядь? Банфи. Два чертворца стояли, блядь, с 5% хп, нахуй. Охуенно. Еще и босс запустился. Из-за того, что у чертворцев не били. Когда два остается. Ну, блять.
Когда мобы вздыхают, бой спадает, можно препод выпить. Вот, обратите внимание, Геншин, Зорд, на вас печать Материдон 2, одна секунда, не кастуйте. Готовимся, скоро будет про эту прожим. Сейчас каз закончится, тут скелеты, нажимаем кубы. Первого скелета гриппаем, все отпускаем. Первого скелета выбрали, РДД зергаем, и милики тоже гриппаем. Оковы, фир. Зерганули милики, удамажьте сильнее. Весь рейд, сука, играет по скелету. Только люди с печатью Мактеридона могут стопать. Вон второй скелет, выбираем, РДД уже играем. Того милики уже добили. РДД я что-то не вижу, блядь. Ярим ЛЕ туда. Вот, милики, подключаемся к этому скелету. Теряйте его. РДД на другого переключаемся, на следующую. Этого милики добьют, РДД последнего бьем. Отведи его куда-то. Отведи, поводи его. Промахи, блядь. Все нормально. Давай ему стан какой-то. Его собьем. Так, готовимся на кубах. Нажимаем кубы. Еще один. Все, отпускаем. Бьем по боссу пока. Сейчас выйдут все бесы. Роги, можете пойти напулить на танках, кто там бесов танчит. Навара. Все, подводите босса к бесам. Рак за руку грек отцал. Фулл ЛЕ по бесам. Все, босса дальше играем. В центр возвращаем босса. Люди встают по своим кубам. Готовимся, будет вспышка. Прожмем и переводим босса. Вызов скелетов. Прожимаем кубы. Все, фул по боссу ДПС. Выйдут два скелета, только... И отходим к звезде. Два или три скелета выйти успеют. Все, отходим к звезде, к решетке. Скелеты, которые идут, первого бьем, вот. Которого ведут, черепок поставил. Зергаем всем рейдом скелета. Фиряем его по КД. Грипни и дай оковы. Милики тоже бейте его. Еще там скелет есть. Главное фиряйте по КД, чтобы не кинул в рейд эту хуйню. Все, черепок добили, второго скелета бьем. Стан или что-нибудь дайте. Тебе босс остался. Смотрите, чтоб не выкинул. Можете в стенку встать, перевести босса. Синтек нахуй. Кто после синтека забирал, блять? Реснул синтека. Вставай. Захил его. Я. Алкатрас.
Ты не успеваешь, что ли? Во время каста. Таунчик. Так он не прожался просто. Да не может его шотнуть, блять. Да может. Он мне два удара дает. Два удара он не успевает во время каста. Либо лагает, либо раз. Либо еще что-то. Может танки повернутся и в центр улетать будут? Можете, можете повернуть его спиной на решетку и улетать в центр. Там до портала все равно не долетите. Только в лужу не улетать. Там не долетят до лужи. Ну, на всякий случай, если боитесь, можете это... Нять. Дайте каску. Убраться на друида. Ты не так говорит. Ты говоришь, дайте каску, пидоры. Я только что резнулся. Только что резнулся, скажи. Я что пробафался? Нет, на печатях не стопал, блядь, ману проебался. Вот он. Я по кайфу без это, без формы со выбить. Ой, ёбаный в рот. Да зачем ты говоришь это? Хорош. Могу гимн дать. Дальше стой. Я смотрю, ебать, ебальник такой, блядь, нежицкий. Ой, блядь. Жёстко. Ой, чилит сегодня. На синтека резал, походу, так и остался без формы, блядь. Это все ты, сука, синтек виноват, блядь. Ну, это... Тебе надо хп 1100, блядь, чтоб ты выживал, блядь. Да не, это вообще Геншин виноват, щиток не дал ему в каст. Зубы не дал, блядь. Смотри, вот сейчас синтек танчит. Если бы я тебе ничего не сказал, ты бы так и оставался, блядь, нежитью. О, смотри, смотри, смотри на синтека, все внимание. О, дубовое. 113. Опа, ебать, там шивые зубы, нахуй, вся хуйня просто. Чтобы точно выжил, у меня там 130, ой, 100, 110 кг было. 113 тысяч у меня, мало. Вот бы, блять, он сдох. В натуре. Ебать, не ПС-ку кто-то дает, блядь. Интересно, кто? Наверное, Ильнурио в холике, да? Да. Ильнурио, что ты там делаешь, блядь? Я же не топ ДПС. А нахуя он вообще в холике, блядь, с шестым хилом? Ильнурио. Может, у нас 3 хила по 2 ккпс? Что-что хила? У нас 3 хила по 2 ккпс. Он очень помог этим. А какие? Это Зорд? А, ну да. Ну на прошлом трае вот же умер Ультрадру и Зорд. Просто вот. И мы там с Полипалом нам было сложно вдвоем. Понял, нахуй. Ты не умирал, ты чё? То есть вы хотите сказать Зорд хуёвый хил, да? Да. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть отвратительно просто. Так чуть-чуть или как? Ну, ему надо учиться, нужен наставник, там, зубраджин какой-нибудь. У РБК самое то, короче. Очень плохо. А чё он не так делает? Кастует что-то не то? Ну, вообще все не так. Непорядок. Цепное исцеление, пробуждение древних. Что скажешь своё прозвание Зорд? Так. Этот, у тебя мейн ретрик будет или как? Или что ты будешь собирать? Алкотестер. Ой, Авилна... А, это, я перепутал вас, это Авиналия. Авилания. А, понятно. Опять алкотестер. Я говорю, все прилипло. Я так и понял. Будешь алкотестер. Короче, ник меняй. Эльнури, у тебя распыл есть? Нет. Блядь, передашь. Передашь кому-нибудь, у кого есть. Можешь Геншу накидать. Все, на распыл. А, да, можно. Так, вот же. На сову собираешь? Полтинник. Так, значит, на сову.
сумка. Кого бог пошлет. Зорда послал. Так, что там? Два камня ночи. Ну, летим на груля. Чё-то, сука, долго, блядь. Полтора часа мы там были. Час. Его полтора часа. Почти час. 50 минут. Да. Я что-то это... Со временем что-то замудрил. Вообще угораешь. По ощущениям просто, да? Он вперед живет. Да, по ощущениям, как будто, блядь, всю жизнь там. Так, и ты думаешь, значит, на этом... Так а хули? Этот, может, зубр джина просто спекнуть? Шестого вместо Эльнурио. Сколько? Да, зачем мне так проходит? Ну, похуй. Я понял, ты не хочешь поиграть, да? Да нет, могу. Ты хочешь унижать хилов, которые там 2к хпс хилят, пиздить их хпс? Вот если бы ты не хилил... Нет, у него они на прошлом трое точно так же было, ничего не изменилось. Хотя могу прошлый трое скинуть. Это все из-за того, что периодический урон на боссе по всему рейду идет. 3к было, я понял, Зорг, я понял. А Нурио хочет ГП. Я хочу Зубра Джина спекнуть, посмотреть, что он даст, в отличие от этого шамана. Точнее, шестым. А у тебя больше ДПСа? Или ты хочешь дольше боссов бить? Потом они убьются с первого пола, я думаю. А я вот думаю, что у нас 4 гимна есть. Поэтому похуй. На открытие мага хватит. Захилить. Тыкайте, ёпом. Ёпта! Так что давай, Зубржин, ты тут? Покажи Зорту, чё кастовать. Ну, у тебя может шмот просто получше. Он в чём вообще? Я же ему сегодня куски отдал. Это, да? Т4. У него 4 стало куска. Зор, ты вчарил их? Ничего у тебя по хосте? Чё там у него? Посмотрите у Зорта. Как он? Какие камни? Хорошие камни. Такие себе камни. У него алка камни и не везде. Чарок тоже не особо. Метасокета тоже нету. Зорт, блядь. Это залет. Скажешь свое оправдание. Что это такое, Зорт? Да нахуй они в хэме на хилах, ты чё? Это не такое обычное. ЛПшная чарка какая-то на плаще. Зорт, вот реально, вот где у тебя в голове метасокет? А, ты 2 недели играешь. Я понял, блять. Я понял. Гайды почитай. Всего 2 недели. Ну, наверное, раз он. У него вон с 32-й шмот. Ты с быстрого старта. Давайте персонаж. Бить, пацаны. Персонаж с быстрого старта просто. Ну ты смотри, Зорт, думай, как бы это. Ты как балласт в рейде. Тебе надо это чарки нормально все делать. Гайд какой-то прочитай. Спроси, что должно быть на персонаже. Должны быть все чарки, все БК камни, если ты ходишь в эти 4 инста. Или нахуй сгинди. Чё так сразу грубо? Да там какой-то дурачок в гильдии завелся, нахуй, комментатор, блядь. Пацаны, там косты можно сбивать, если что. Да, и пуржи. Я хуй знает насчет кары хм. Ну если мы тут ебланить 5 часов не будем, блядь, от собаки в ТТГ. Oh.
А кто меня танком назначил, блядь? Не знаю. Тут кто может назначать? Войд! Чё? Нахрена ты меня танком назначил? Не назначал. Ну 15 секунд потанешь этого Олма. Сейчас, Зубраджин, подожди, тут мы трэш бьем. Чё, Зубраджин, похилишь шестым хилом? С помощью. Эльнури лучше 20-ку пускай даст. Я думаю, твоей подстраховки хватит. Там уешных боссов уже нету. Нужно мне крутит. На Эльнури будет скучно на них боссах. Вот самый интересный на Хапреста босс. Ну ладно, конечно, Синдра. Лич. Лич только в комнате. Вот так заражение, если только без ДСшника. Наличие интересно. Халик во тьме. Некромантика есть там шкаф? Вон он, шкаф стоит. Пошли с уманем, Зубраджина. Короче, Оджи, я тебя выкину. Геншин или Оджи, кого с вас можно выкинуть? Оджи, наверное, выкину, да? Зубраджина закину для тотема. Оджи, в принципе, с инерком. Вот Ильнури, вот давай в ШПшника. 25к дашь. Кого еще сумануть там надо? И шо, вы уже меняете состав? Он перекидывает просто. С пати в пати. Ну, чтоб два тотема было на тех хилов. Плохо слушаешь, Костя. О? Говорю, плохо слушаешь, что Войд говорит. Тут еще и телек под боком. Так. Крест в кресте. Так, Олум в черепке. Маг в кресте. Так, слепоглаз. Значит, слепоглаз недалеко от луны, недалеко от креста, где-то там. Так, Синтек, твой трюб, твои два моба, ты знаешь, где их держать. Там где-то. Я упирался там где-то жопой в вот эту в колонну или в этот столбик такой. Так, вот рыба. Значит, когда пулится босс, это никто не бьет и ждем, когда танки агрона берут. Злобно, я не знаю, если ты в DC. Бля, я на ком, повтори, пожалуйста. Значит, на черепке будет хукмастер. Знаешь, как скидывать себя эту хуйню, да, хукмастер? По-моему, ты уже танчил. Да. На крестике Алкатрас. На луне протовар Кирсори. Кирсори был здесь. Знаешь, что делать на луне? На луне не знаю. Там будет каст молитвы исцеления, и его тебе надо сбивать. И когда твой босс открывается, там секунд 10 достается до закрытия, там он тоже будет касать длинный каст, его надо сбивать. Маленькие касты обычное исцеление не сбиваешь. Сбиваешь только молитву исцеления, там сам увидишь. Если ты не собьешь, то он захилит все 5 мобов на пару лямов. А вставать куда? Рядом с крестом, только не в танке креста. Вон луна, видишь, 3D метка стоит. Вот. На мобе стоит луна, и на земле стоит луна. Вот отвинешь. Если будешь отлетать куда-нибудь, отведешь в другое место. Неудобно. И... Значит, проклятие, диспелит одеялка. Два эрдрушника, две совы. Ну и шаманы помогайте. Быстрее с диспелем лучше будет. Первый, кто больше всего проклятий с диспелит, с той пэдом. А раньше когда такое было? Раньше не знаю. Топа тут? Тут. Танки отдаю отчет вам. 5, 4, 3, 2, 1. Открылся лок. Даем Геру. Собак забери. Хукмастер сразу кастует.
Блять, ёбаная залупа. Испелим проклятие. Кто-то хочет 100 ИП, блядь, нифига себе. Заберите собак из рейда, пожалуйста. Он войско не успел дать. А наверное. Проклятие закинули, да? Чурарник проклятия. Красноязычие. Некромантика закинула? Да. Да вы охуели, блядь. Так. Открылся кеглер. Треугольник. Пошли треугольник бить. А чё, за топ-1 ДПС тоже 100 ЕП полагается? Да не, блядь. Вот за топ-1 ХПС полагается. Вот нечестно. Так, опа. В другом каком-нибудь рейде. На Ланотеле Вир. Можно будет такие конкурсы делать, когда Лану с первого трая будет убивать Герри. Гонка за ДПСом? Ну. Дадите. Так, лок опять открылся. Пытаемся добить его. Собак там потаунтить, Алкатрас издалека с него, блядь, помоги ему, блядь. Ну то собаки милика сейчас какого-то разъебут, вообще весело будет. Сейчас зверин ёбну. Там, блядь... Я до... зверин выпил. До Кирсори кто-то выпи... Это, с диспельте, блядь. Сука. Ты в Долоран в следующий раз вставай, блядь, братан. Чтоб мы подбегали тебя диспелить, и нас откидывало, блядь. Ты можешь к кресту подвести своего луну там, или кто, блядь, вар? Да не спыливай. Встал, блядь, в Долоране, блядь. Да тебя бежит диспелить, откидывает этот пидор кеглер ебаный. Или я далеко. Или я, блядь, далеко стоял. Синтек, блядь. Ты что? Вцепился. Станцию. Крош открылся. А его нельзя бить. Вы чё бьёте его? Крош открытый. Может он миликом это говорит? Смотри, сдохли Ностальгия и Авелания. Два нуба. Они подумали, можно побить. Сколько там урона? Минус 80%, да? Да. И вокруг. По 4 тысячи. По 40 тысяч. Есть и на рукаву еще. К сожалению. Кому надо? Мордаунс надо. Ты же шипешник. Я уже упустил тварь. Тварь надо давать с этим. С точкой. Нихуя не понял. Будет. Короче, этот. Тотем, я смотрю, с Бруджин уже поставил. Без гимна ставишь, да? Хоть договаривайся с кем-то. Зорд, ставь тотем, Мордаун, давай на ману гимн. Да сливайте самостоятельно тотем, хоть с пистом договаривайтесь, чтобы был гимн на ману. Одним бы больше понаресить. Крош, блять.
Там кого откидывают, отравите, отойдите правее, к черепку поближе. Вас не откидывают. Могу только отравить. Бля, поступал так заебись, а так вставать не хотел, сука. Я даже подумал, что завтра на работу, блять, оказывается нет. Работа у нас сегодня. В натуре, блядь. Баная целка это, блядь. Чё там, забери моба, я хуй знает. Таунт нажми, там какой-то танк. Выведи. Слепоглаз, выведи его. А нахуй слепоглаз там стоит? Блять, вар. Я вот ему говорил, стань рядом с крестиком. Ноль эмоций, блять. Сука. Бич, блять. Подведи к крестику луну, нахуй. Алло, блять. А он хуй пойдет, да? Он пойдет. Давай, беги. Видишь, весь ебаный рейд откидывает. Когда мы тебя диспелить бегали от проклятия. Сука, лучше бы ты сдох от проклятия, блять. Че я раз... просто сдох. Это, блядь, пиздец, да? Кирсори, ты понял, да, фишку? Или что? Или тебе там заебись было, когда тебя килили? Я понял. Вот. Вот этот каст надо сбить. Вот, отлично. О, этот же пидор открылся. Хуярим. Пидор. Пидор нормальное слово, блядь. Нехороший человек. Да, там что-то такое нехорошее. У человек низких моральных... Низких моральных принципов и чего-то там такого. Но мне нравится, как стоит крестик, нахуй. Имейте в виду, блядь, что если откроется крестик, вам надо будет съебать от него. Танк, вот который его танчит, вокруг него будет 40 тысяч урона. Так сдохли ностальгия с Авиланием, блядь. Поху, конечно, поху, я понял. Так. После ТТГ в десятку упадем. Посмотрим, если я не сильно заебусь после этих 25-х. Десятку чего? Будь пойдем. ТГшку. Открылся крош. Отбегайте. Внимание, отбегаем от протопала. Милики не бьют. Стоим на РНЖ, чтобы не взрывать бомбы в рейде на 20 человек. Вот бомба появилась, отошли на 8 метров. Зорд сдох, молодец. Отдыхай, в следующий раз осторожнее. Что за хуйня? Так, с Барджин ты второй раз тотем проебал, да? Спасибо. 50 секунд у Зорда. А, ну у меня Идра нету, короче, чильте как можете. Могу дать гейм. Вот, например, Мэтт Фокс, ты можешь дать по Вивзу озарение. Можешь, да? Давай. Мэтт Фокс. Прием. Молодец. Мордаун дай на хп на всякий случай. Я нормально прохиливаю, в принципе. Сейчас мы сравним хп. Дал. Сука, 100 тысяч, да? Вот тварь. Кто открылся, слепоглаз? Где он? А вот он. Давай добиваем. Надо ставки делать, как за Сибири в ГМКМ делать. Ставки на что делать? Ну, короче, они вот только бой начинается, кто первый из мобов сдохнет, понял? Uh-huh. Ставки делают. Это жестко. Серьезная игра. Голду, ребята, зарабатывают вроде. Пиздец. Да, блять, у нас было, нахуй, на циркуле играли. Челик, блять. Этот Азина 3 шема, блядь. Давайте, говорит. Это Голд выигрывал, короче, когда кидали ролл. Давай роллить на Голд, говорит. Смотри, вот сдох за секунду просто. Ну, типа кидаешь ролл такой, блядь. Хуяк. Кто больше тот выиграл? Кто больше тот выиграл, да. Ну и там. Там у них по-серьезному было, там, блядь,
то на 10 тысяч, то на 50 тысяч, то на 100 тысяч, нахуй. Вот он, получается, выиграл там по 10 тысяч, потом хуяк на 100, хуяк проебал, блядь. Ну оно так подавалось еще, типа он такой, блядь, казино, блядь, пиздец. Угорали, ржали, блядь. Это было веселее. Чем ставки делать. Тут надо ставки делать на то, кто сдохнет. Вот, я делал ставку на то, что ностальгия... Из рейда? Ну, блядь, ностальгия Вилания, блядь, по 10к выиграла с вас. Подбежали к Кроше и сдохли, ну это ж пиздец. Или слышишь, делать на леди ставки, кто первый взрыв духа. Давайте Геру там зальем сразу. Давай, давай. Ебашьте Геру, пацаны. Не видать что-то Геры. А вот дали. Так, ну этот. Давай ставь тотем Зубраджин. Мидарк гимномано. Мидарк. Вот. Поздновато, тотем протикал пару тиков. Нормально. Не, я просто не видел, как он его поставил. Я в ДБМе смотрю, что поставил. Fear of the Dark. Чего там? Фаербол кастовал, да? А, нормально. And the sun refused to shine. Перегонит Войда. ДПС. Тот скиллованный игрок. Так, я на четвертом месте. Тоже обгонит Войда с четвертого места. Ну-ка. Так. Ну-ка, да дайте. Никто тебя уже не выгонит с четвертого. Не тому ПС-ку ты кидаешь. Зорд ставь на ману, Геншин на ману. Тотем и гимн. Все, сука, не догнать вам меня, блядь. Нас не догонят. А чё это за хуйня вот? Дайте ему диван, блядь, чтобы не выебывался. Я понял, блядь. И сальво. Спорим, на маги не работает. Спорим, рарник даст диван. Ой, я подпрыгнул. Сука, столько ДПС проебал. Мак, это твой шанс. Не, одеялка, заебись. Это чё, аркан у него такой, да? Ну, по ДПС в смысле. Ну, по ДПС это у него больше, просто по урону меньше. Аркан, да. Сука, я ж мага захотел создать. Почти сову передамаживают в хуевом шмоте. Да их там уж перелопатели вроде тоже. А-а-а. Я за шипочников реально радуюсь, блядь. Это пиздец. Были раньше такими бичами, там ныло пол сервера, блядь. Что шипочники говнище. А сделали вот пиздец. И на, вот и наныли, да? Наныли в натуре. Такую имбу сделали. Они мало того, что полезные в рейде, они еще и хуярят, смотри. Вон, смотри, Ульнурио, сколько там? 22 700. Охуеть. На сурке, наверное, 25 получается. 26. Бля, шаманы тоже полезные в рейде, но они не дамажат. Но... Это пока что. Валями. Пока что. Ой, че, как их сделают? Их тоже должны апнуть. Их апнуть должны. Ну, типа, Т4 поменять. Да, там да. Фулл поменяют. Надеюсь, будет топ-1 ДПС. И ХПС. Главное, чтобы ротация не сильно менялась. Третий раз уже меняют? Да, или если не четвертый. Пока не агрите. О, сейчас еще раз. Так. Получается. Некромантика Мордаунд. Ну
хуя тебе придумал, да, что печеньки так дешево стоят. Хорошо, что стали по 2 падать. Сейчас 3 шмотки раскину и пойдем через трэш. Пояс надо кому-то? Мечи есть или нет? А, вот, есть. Это типа админы решили в преддверии нового это контента? Ну, может быть, да. Ну, аналогично. Подготовить людей. Так, вот это параша не надо. А не видишь, открывают быстрее контент на X5. И тут там решили, видимо, сделать, чтобы быстрее. Не, ну на X5 почему быстро контент открывать? Потому что там брюли и категория. Там и силков больше, чем здесь намного. Это наручи не надо никому? И они и там ГМки, кары, они же не резаные, как здесь. Все, закинул. Погнали, побежали. Они даже там подапнутые маленько. Ну тоже на форуме сидели, а спорили. А чё вы? Пошли, побежали, а чё вы бьёте? Просто промигаем. Так, надо подумать, кого подъебало поставить. Я, честно говоря, не хочу, блять. Ну вот, давай синтек подъебало, соус пекается, вот. Mm-hmm. А, 100 EP от же, короче. Вот. Так. Так, так, так. Так, давай ностальгию сюда. Кто еще там у нас? Алькатрас, ты танчил этого босса? Да. Так, ты, наверное, потанчишь, чтобы я не переживал. Так, сейчас же сюда, хукмастер на руки закрывать. И Кирсори еще есть. Кунген, ты тут был? Так, под ебалом будешь бегать, значит. Про обычку, что ли? Тогда пиздуй за спину. Вот Фокс под ебалом стоял? Кирсори, у тебя как с сознанием тактики? Будешь под ебалом стоять? Я Фокс стоял, да. Кирсори стоял, да? И сука, о, блядь. Бля, а кто сагрил? Сдохните, блядь. Да вы угораете. Тыкните в шкаф хоть, сука. Это пиздец, нахуй. Угоральщики, блядь. Ну все, шаман вставалку тратит, бля. Да они могут эти друиды же пробежать в инвизи. Ну или пробегайте, ну. Все, вон ресы в око. Так. Значит, агро на ностальгии показывают. Не знаю, он вроде сдох. Так, под ебалом. Первая, вторая пати все шарят, как под ебалом бить? Нет. Сейчас научим, блядь. Под ебалом, это значит под ебалом. Там, где стоит танк. Вот, научил. Остальные, значит, будут закрывать руки. В принципе, кто у нас там еще есть? Мастер, мутант. Кунген, а у тебя танк есть? Танк. Не-а. Понял. Короче. Ну ты скиллованный, да? Ты же сообразишь. Иди лучше под ебало. Кирсори, будешь с хукмастером руки закрывать. Наконец-то постою, посмотрю, как вы руки закрываете, блядь. Я руки ни разу не закрывал. Сейчас научишься. Только ноги. Рыбу поставил. Это. Где там лок? Вот, лок здесь, давай шкаф. Если рыбу доем, блядь, с умнем. Да, доем. Ты мне в танке оставаться или туда? Кирсори. Первая, вторая в мире? Кирсори в танке. Только так ничего вы не делаете. Вы с хукмастером, вот, правильно общаешься. Вы с хукмастером закрываете это, руки, блядь. Да не, потому что реально бесит. Просто стоит 20 тел. Блять, каждый раз. А там еще бывает, что попасть не получается. У ёбки в натуре. Все правильно. Да. Так вот. А еще говори пидоры. Тоже нормально.
И можно добавить бичи. Смотрите, ставлю метки, где могут появиться руки. Значит, милики, вот здесь на этой решетке, в этом уголке ваш крест. Здесь стоит первая, вторая пати. Значит, у босса есть две ноги, одна левая, другая правая. Вот здесь, возле правой ноги... Сука, очень смешно, блядь. Че-че? Будет появляться рука, значит. Вот. В ромбике. Да хоть три, блядь. Это. Будет появляться рука в ромбике. Но она будет появляться пару раз с пула. И когда туда шар прилетит, в ту сторону, где этот ромбик нарисован на той дощечке, там прилетит шар, полкомнаты зальет огнем. И там уже не будет рук. Дальше показываю, где появляются руки, блядь. Вот тут вот. Хукмастер. Вот. Это для вас с этим. С кунгеном. Вот тут появляется. Вот тут. Еще могут вот тут появляться. В центре. Вот. Значит, наши действия. Босс танчится примерно в кружке, лицом в крест. Вот, оттуда там алкатрас начинает. Значит, ваша сторона, значит, этот хукмастер и этот, и Кирсори, вы примерно между квадратом и треугольником стоите. Если две руки, луна и треугольник, вы идете туда закрывать. Вот. РДД. Вы закрываете квадрат в центре, то есть непосредственно базируетесь. И это, и звезду. Давай, у звезды будет стоять. Я буду стоять возле звезды. Если там будет на мне дебаф, подбежите ко мне. Потом одеялка. Ты, если что, блинкаешься в ромбик. Вот, ну и кто-то, кто это... Кто добежит, там некромантика, там поставь портал вот в звезду. Тоже, если что, телепортируешься сюда. Ну, два танка не ПКД будут закрывать. Ну и, в общем, остальные шипешники... Эльнурио, Мордаунд, Дарк, стойте ближе к спине босса. И если там под ногой, под правой будет эта рука, то закройте ее. Вот. Значит, смотрим на стаки босса. Когда надо будет убегать, я скажу. И сейф по танку надо будет тоже давать. Короче, проверка. СС вешать на кого? СС. Да не надо. Нужно. Так, сейчас хрупкость. Руки встать же надо просто. Да. Можно сейф еще открывать. Чё-то не видел, все готовы были, нет? Рарник тут. Все готовы. Первая, да. Вторая пати сразу встаньте. Первая, вторая пати идите в крестик все. Когда скажу, за спину пойдете. Вот даю отчет. С пула агро дайте алкотестеру набрать. Не сорвите. Ну поняли, пацаны. Я тоже понял. Давайте Геру, блядь. Синтек нахуй. Не сорви, блядь, агро. Стопни. Стопни, блядь. Сорвешь сейчас. Руки появились, закрываем, блядь. Вот сова забежала, там в луне есть. И третья рука где? Вон, в звезде, да? Понял. Смотрим, где появятся руки. А, вон они появились. Молодцы, что забежали туда, я даже не видел, не в ту сторону смотрел. Готовим, сейчас будут руки. После... Огонь разлили. Вот огонь разлился, все, уже в ромбике не будет. После следующего удара, вот сейчас удар будет, после него будете уходить за спину. Сейчас пройдет он. Все, уходите за спину. Следующий удар ловишь один. И готовься, там будет печка. Все, все кроме алкатраса за спину. Хилим его хорошенько.
И отдашь на этот удар полтинник. Ну и короче... Вот, сейчас будет появляться атака, адский удар по нему кастанется. Все, возвращайтесь под ебало. Первая, вторая. А откуда? Уходите опять из-под ебало, уходите. Сейчас будет сотка опять. Тут демон в рейде, стопни дамаг некромантика, блять. Какой демон, я в детстве. Я понял, еще смотри, адский. Под ебало забегайте в крестик. Забегайте, захиливаемся. У кого-то кто-то дохнет, нахуй. Какие-то тотемы, петы, блять, не знаю. Все, сейчас 10 человек должны под ебалом быть. Все, пока нормально. Руки закрываем. Возле звезды и под боссом вон одна. Пиздец, какая-то вакханалия, блин. Вот 20 стаков, откуда у него взялось? А, это не то, это не те стаки. Так, все, стаки исчезли, руки закрываем. Закрывал, блядь, за что? Уйди. Да, оно только на одного вешается, что не парьтесь. Так, руки закрываем. Да, нормально. Так, у тебя полтинник есть, алкотестер? Нет. Так, зубы Геншин есть, если что? Готовимся, ага. Сейчас. Так, плюс 40, убегайте за спину. Следующий он будет один ловить. Там, значит, отдашь зубы. Возможно, реверсный проклят, не знаю. Вот, сейчас следующий удар он один ловит. Все, за спиной сейчас стоим. Все, кроме Пала. Хорошенько сейчас его прохиливайте, прокастовывайте. Все, сейчас будет адский, адский. Все, захилим, возвращаемся под ебало. Так, ультрадру ресаю. Сука, ультрадру ресаю, ресаю некромантику быстрее. Вот тебе идр. Все, сейчас под ебалом стоим уже. Второй раз не заходите, там есть же люди, которые зайдут. Да, думал, успею. Так, руки сзади, помогите, в луне один. В центре я закрыл. Вон, и в звезде. Есть кто-то? А, там был кто-то, да. Блять, некромантик, это еще раз сдох? А, подняли. Ультрадру, блять, поднимай некромантику, прием. Вот. Фулл баф по нему. Вот тебе лапка. Что, блять? Так, что там, печка, да, скоро будет. Руки, руки закрываем. Так, есть вроде все там. Так, скоро печка будет. Так, сейчас будет печка. Стаки спадут, будет плюс 40. Давайте за спину. Следующий опять ловит. Че, полтинник откатился у тебя? Руки закрываем. Да. Вот, ну еще полтинник. Щиток там. Вивс, короче, массакру добавишь. Давай, добавляй массакру. Все, сейчас он адский в него кастанет. Все, теперь возвращаемся под ебало. Первая, вторая. Руки закрываем. В треугольнике. И в звезде. В звезде, блядь. Ну. Хорошо, что выжил. Что, да. Закрыть никто не может? Вы что, сука, не бежите нахуй. Там некромантика, блядь, побежал, чуть не сдох. Руки не закрывайте, нихуя. Да уёбки, блядь, ГП надо хуярить за такую хуйню. Люди без дебафа стоят, не шевелятся даже. И да. Дури. Так, сзади руки.
кто-то прибежал. Все, добиваем. Так. Синтексов передамажил. Ебало, представили? Так, Седжа. Голова. Голова на распыл, наверное, без понтового. Ставчика в Долоран побежали в ТТГ. Так, пока не ливайте, там сейчас я ИП дам. Может, пару человек сменится на ТТГ. Тех, кто на замене ИП. Да, на ИП плюсуйте. Кто там есть с ассистом? Синтек пати покидаем там. В смысле? А. Поприглашай в рейд. Сабля нужна кому-то? Скорость, меткость, меч. Детектор не упал там? Упал. Нет, нету, нету детектора. Да, сейчас подожди, пока не давай, сейчас зайду. А чё вы ливаете? Ну, значит, ИП не хотят, блядь. Не знаю, чего они ливают. Это присоединяется. Наоборот, присоединяются, да. Кто еще на ИП? Сейчас, сек. Пацаны, у нас есть что-то ТГ еще. Ну, сейчас, да, за КМ. Так, домен. Домен что-то пати не принимает. Или у тебя банка не выпита, или что, не знаю, блядь. Вы не можете при... это... Давай ёрнем этих дебилов, блядь. Он сейчас по-любому ставит пиздит. Ты тут, домен, маг? Хелоса стоит в группе. Не-не-не, без группы. Я не могу тебя пригласить, я не знаю. Выпей банку какую-то или что, или как, блядь, я не знаю. Ну, чё у тебя там за хуйня? У тебя не выпит язык, наверное, не знаешь ты или хуй знает. Киньте ему пати, попробуй, блядь. Да ёбаный, кидаю, блядь. Не даётся. Ну, не получается. Ну, всё, домен, блядь. ГЦ. Всё. Кинулось. Да. Банка прикольно там, блядь. Прикольно на Легорн работает. Лужи разлили, бегу, блядь, к инсту. Это лужи меня цепляли. Да, вот, она всегда цепляла. Я не знаю, что с ним. Ну, или релок ему надо делать, или что, блядь. Хуй знает. Маг, домен, блядь, что он не кидается ему пати? Ай, бля, я понял, короче, похую. Надо этот делать. Алло, кого там, чё? Вот, пидорасы. КД? Чё КД? КД на дроле? Да, у кого-то. Либо надо делать сырьё-то. Да, репать. Да, репать будем делать. Да, да, блядь. Ну, можно сделать, да. Все, не покинули, ливаем с этого рейда, вступаем к синтеку. Че вы там ржете, Абуз? Че, ему второй раз ИП даю, да? Да забей, охуенно все. Я насчет долго много ору. Не, ну ты в ГБХМ был же, да? 1200 уже получал. На хурюке. Да, получал. Значит, тебе надо на второго ДК накидывать, а не на этого. Плюс ЕП уже было, ЕП. Вон, Честер, дайте ЕП. Так. Ну, ГП тоже можно. Крюк, а чё ты действительно находишься в пати, когда ты на Хайрину получаешь? Не знаю. Ну, а кто знать будет? Зачем два раза? Зачем два раза получать ЕП? Смотрите сами, если люди будут вот так себя вести, там накидывать все два раза ИП, либо я это замечу, и если такое будет повторяться, я буду ГП хуярить. И смотрите тоже за людьми, потому что вот такую хуйню начнете с двумя рейдами исполнять, два раза ИП там получать на одного персонажа за тот же рейд. Ну так а нахуй, зачем ты принимаешь пати, ты в рейде ДКшником другим находишься? Обнули ему нахуй все. Пусть нуля нахуй начинает. Короче,
Короче, надеюсь, понятно сказал, да, чтоб такого не было. Сейчас на ДК зайду.